Всем привет, Костелло здесь, и сегодня мы с вами познаем истину главного оружия самураев с помощью добряка. На что способна катана? И я вот тут обратил внимание, что в рекомендованных у меня появился другой ролик, в котором участвует добряк, и скорее всего, я вот даже не знаю, можно ли сделать реакцию отдельную, как типа продолжение вот этого ролика. Можно ли, в принципе, его считать продолжением? В общем, давайте посмотрим. Может быть, добряк пояснит нам. Привет, пупсики. Как вы заметили, и я уже... Я вот даже, знаете, что думаю? Типа, один ролик на два канала. Давно плотно подсел на японско-самурайскую тему. Мне всегда было интересно самостоятельно протестировать настоящую боевую катану и проверить, на что способен этот легендарный меч. И для этого мне, Андрей Николаевич, уважаемый, дал из своих закромов отличную катану, супермощную. Расскажите, пожалуйста, что это за катана? Слушай, ну поскольку задача была... Я-то думал, сейчас добряк начнет опять рассказывать мифологию азиатскую, древнегреческую и так далее. Ну, понимаете, в общем, мифологию, но связанную с катаной. Нет, здесь мы будем пробовать катану на прочность и испытывать ее... Везде, где только можно. Знаете, сразу вспоминается канал с похожей тематикой, но только там пробуем огнестрельное оружие, причем разного рода. Зёбр называется, в котором, который озвучивает зарубежный английский канал, в котором тестируется это самое оружие. Я не помню точно, как этот канал называется, я знаю только его русскоязычный аналог, который переводит эти самые ролики Зёбра. Резонить... хейтеров и участившиеся случаи негативных комментариев. И если я правильно понял, на него реакцию делать нельзя, потому что как бы он против этого. Соответственно, я понимаю, какой объект у нас тут, баллистический гель, представлен. И чтобы это было максимально эффектно и, так сказать, действие было закончено, современная рабочая катана, которая предназначена именно для тестовых рубок, вот я ее решил взять. Посмотрим, как она себя поведет, но я думаю, что количество кулаков нам покажет. Рублю? Давай, да. Так это не лазерный меч, господи. Неплохо. Чистый срез. Чистый срез. Я как будто всю жизнь к этому готовился, к этому учился. Повышение ставок. Ну, вот смотря вот мне на почему-то вот, кажется, на вот что эту... чистый срез он будет только тогда, когда он разрубит и типа не отскочит эта рука, а вот так вот медленно сползет. Руку меня удивляет. Нет, сейчас был чистый, но грубый срез. А что прям чистый-чистый нужно? Организм вот. Вообще, в принципе, если, если его используют. Ты вообще, ты про что, я не очень понимаю. Рубим руки хейтеров. Это же специальный тренажер для рубки. Да ёптан. Чё, он еще не крепится? Да я. Да харе. О. Вот. Херач. А, кстати, попробуй палец. Попробуй. Это мы вырежем. Ты палец отрубил. Он смог. Нифига. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Так. Ну, тут что-то как-то не... Силы не хватает. Андрей Николаевич, нужна рука профессионала. Нужно заточить катану. Катану надо точить. О. Ну, просто они такие, полурезиновые, поэтому они это... Ну, где же ваши ручки? Ну, почти. Вот я и говорю, то есть... Я беру реванш. Блин, их... Вот надо такой... испытать на чем-то более таком, что вот прям вот... Разрежет как надо, типа на арбузе, например. Представить себя в роли фрукт-ниндзя, почему бы и нет. В положении рубить как-то, они как будто такие, типа, ня. Да, без маски плохо заходит. Все. Во. Не, серьезно, давайте на арбузах это протестируем. Как по маслу. Я метну сейчас это, В стену. Аккуратно. Попробуй. Убить приклеится или нет? Нет, не приклеилась. Нет, 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 нет. Ну ладно. Магия монтажа.
действительно. Я вот только думаю, я после этого ролика рукопожатный буду. Мам, если что, на меня надышали кулаками. В смысле? Шутка в сторону. У нас теперь старый японский меч времен Второй мировой войны. А прям как-то и это потяжелее, чем та, как бы. Ну, она настоящая, потому что. Ну, то есть та, она как бы, скажем так, спортивный снаряд. А это, да, наверное, ладно, вы сейчас это будете резать? Да ну нафиг! Боевое оружие, которое офицер во время Второй мировой войны носил с собой. Сингунто, японский меч. Там кнопку надо было нажать, нажал, да, ее? Видимо, да. Там кнопка! Ну, японцы в 20 веке уже знали про кнопки. Оп, нажимаешь ее? Да чего только японцы не знали. Нажимаешь ее, о, да потом вытаскиваешь. Техника. Уф, с этой катаной чувствуешь себя прямо как Кафка из Honkai Star Rail. Да-да, той самой увлекательнейшей тактической RPG. Которую кто только сейчас не рекламирует. И это типа, если я правильно понял, Genshin Impact 2, по-моему. Может быть, нет, не знаю. Ну, вроде говорят, что это игра, эту игру создавали те же люди, что и, ну, те же разработчики, что и Genshin Impact. Удачи в приключениях. Сейчас попробуем разрубить PlayStation. Зачем? Мне на это смотреть больно. Нахер. Где удар-то сам? Я думаю, я просто сломал, наверное. Вот, а, хотя, да, вот. Вот смотрите, одно дело, если бы оно было уже сломано, но оно было еще целое. Вон такие пули. В него можно было в анчарт отрубиться. Рубим американский компьютер с яблочком. Во славу патриотам, да? Нахер. Просто охренел, когда все полетело в него. Погнулась сабля, получается. А, ну что-то смотри, есть, получается, контакты. А! Ой! Не, что-то... Ну, чуть-чуть скосил. Ну да, вот здесь он, видишь, прям притупился. Ну вот, наверное, ну, вот, наверное, такая же херня была, когда руки рубили. Нифига себе. Так, ну, собственно говоря, американцы снова победили японцев, получается. Но сейчас посмотрим, как они справятся с нашей отечественной разработкой. О, это урухаевский, типа. Блин, прикольно. Уважаемая кузница Вёланда, они, это их последняя разработка. И именно у них игра Atomic Heart приобрела все права. Вот я тоже подумал про Atomic Heart, но потом такой подумал, может быть, это топор из какой-то другой игры, просто я на канале проходил Atomic Heart, но топором этим не пользовался. Я вообще, по-моему, или пользовался каким-то... Ну, я, по-моему, пользовался из всех орудий только... А, я вспомнил. Я пользовался из всех ручных орудий только топором, и я не помню, как называется вот эта вот штука, которая, когда ты ее... вот так, ну не метаешь, а вот так взмахиваешь, то из нее вылетают лезвия, которые поражают врага, когда ты его поднимаешь в воздухе. Вот я не помню, как оно называется, это ручное оружие. Каз вот этой штуки. А этим топором я не пользовался. Мне на это смотреть больно. Я все время представляю, что это мое. Ведь в интернете же ведь популярны ролики, когда какой-то дед или отец разбивает у сына его комп или приставку, и вот похожий уровень. Мне надо смотреть больно. Я все время представляю, что это как будто это мое. Типа мой монитор, моя приставка. И все в таком духе. Да. Советская разработка пошла на спад. Госдеп мне не платил. США, ко мне претензий не нужно, так же как и Империум. Твою мать. Империум, конечно, помощнее будет.
эмоция. Кузница Веланда. Подписывайтесь на них. Клевые парни. Я теперь им должен. Не, а как ты себя чувствуешь? Я расплачусь кулаками. Ой, тихо. У меня наушник выпал. Потому что, ну блин, господи, ну это страшно, ей-богу. Это страшно. Есть же такие комнаты со снятием стресса, насколько я знаю, где заходишь, там вот да, всякое вот такое. И ну, типа офигачишь, да, да, да. Ух, прямо. Теперь я и хейтеров люблю. Всех. Друзья, у нас на очереди кинескоп. Японский меч. Будем стараться его проколоть. Нахера? Это же можно. Вот он. А. Нифига себе. Так, пизду, блядь. Телевизор вторую мировую, ой, третью мировую можем пережить. За Орду. Нахер. Твою мать, нахер. Просто нахер. Серьезно, на арбузах бы лучше бы этого делали. Андрей, не кайте! Блин! Вот, господи! Получились веселые тесты. Охерительные тесты со This is Sparta нахрен стайлом! Или мы, конечно, всякого, но это еще не все. На канале Андрея Николаевича есть продолжение. Там вы увидите, что круче, катана или бензопила. О, неужели? Ну, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Так, ну, может быть, я на это сделаю реакцию. Давайте я пока его сохраню. Свой плейлист смотреть позже. И посмотрим, как получится. Может быть, сделаю реакцию. Не сразу после этой реакции, но тем не менее. На этом и все.